Свыше 2000 нарушений антикоррупционного законодательства пресечено прокурорами, а о результатах работы ведомства говорили за круглым столом. Планируют выпускать 42 тонны продукции в смену. Как крупнейший холдинг в стране Домате работает в Карачаево-Черкесии. Покровской церкви Черкесска покрова Пресвятой Богородицы отметили вместе с юбилеем самого храма, который был построен 180 лет назад. Из 36 заявок были отобраны 5. В Черкесске наградили победителя регионального этапа федеральной премии «Мы вместе». Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» Карачаево-Черкесия. Обсуждение результатов противодействия коррупции в республике за 9 месяцев текущего года в прокуратуре Карачаево-Черкесии прошел круглый стол по вопросам антикоррупционной тематики. О результатах работы ведомства отчитался старший помощник прокурора республики Ратмир Баташев. Подробности у Али Баташева. Старший помощник прокурора республики Радмир Баташев отметил, что в минувшем году прокурорами пресечено свыше 2400 нарушений антикоррупционного законодательства. Правоохранительными органами за 9 месяцев текущего года возбуждено 172 уголовных дела. Причиненный ущерб составил 57 миллионов рублей. Из них у нас где-то 50 уголовных дел – это по фактам взяточества. Также, если мы проведем определенную параллель, посмотрим на динамику, то у нас на 25% выявлено больше преступлений именно по делам по взяточности, чем за аналогичный период прошлого года. Федеральный закон номер 230 по контролю за расходами должностного лица предусматривает, если по результатам проверки установлено, что должностное лицо приобрело имущество на неподтвержденные доходы, то оно должно быть обращено в доход государства. На сегодняшний день прокурор республики обратился в Черкесский суд с двумя заявлениями. Это у нас получилось, когда два должностных лица суммированный доход в период декларационной кампании у них составлял около 38 миллионов рублей, то данные должностные лица приобрели имущество на 255 миллионов рублей. Сейчас исковые заявления находятся в производстве Черкесского городского суда. Еще одним распространенным нарушением антикоррупционного законодательства является конфликт интересов, отметил Ратмир Баташев. Выявлялись факты непринятия мер по конфликту интересов. Например, у нас в городе Карачаевске, Карачаевском районе, в Хабесском районе установлены факты прямого подчинения, нахождения в прямом подчинении должностных лиц. Это когда директор муниципального казенного учреждения, мать замещала должность директора, а сын ее замещал должность заместителя директора данного муниципального казенного учреждения. По итогам прокурорского вмешательства устранялись нарушения в сфере бюджета, правоотношений при осуществлении закупок, предоставлении государственных и муниципальных услуг. Мерами прокурорского реагирования пресечено свыше 130 коррупциогенных факторов в нормативно-правовых актах. В работе круглого стола участвовали представители регионального отделения Народного фронта, Общественной палаты республики, Управления главы Карачаево-Черкесии по вопросам противодействия коррупции. Али Баташев, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Развитие животноводства и, в частности, овцеводства является одним из приоритетных направлений в сельском хозяйстве Карачаево-Черкесии. В республике есть богатый опыт и условия. Эти факторы стали причиной привлечения одного из крупнейших сельскохозяйственных холдингов в группу компании «Домате». Как все начиналось, какой принцип работы на заводе, об ассортименте продукции и о планах производства, расскажет Альбина Ламкова. Крупнейший сельскохозяйственный холдинг группа компании «Домате» запустил завод по убое переработки баранины в 2022 году. Строительно-монтажные работы вели в Черкесске на мясоперерабатывающем предприятии «Кавказмясо». Модернизацию выполнили в рамках реализации проекта по производству баранины в Северокавказском федеральном округе. По уровню технической оснащенности и количеству внедренных решений производственные объекты компании не имеют аналогов в стране. Пойдем сейчас в цех упаковки, там мы увидим вакуумное оборудование, которое позволяет производить упаковку практически любого размера готового продукта.
На заводе проведена масштабная реконструкция. Это позволило увеличить число рабочих мест. Сейчас мощность предприятия составляет 25 тысяч тонн в год. По проекту в будущем объем переработки составит 300 голов в час или 42 тонны продукции в смену. Инвестиции в перевооружение предприятия составляют более 3 миллиардов рублей. Особое внимание компания уделяет вопросам биологической и санитарной безопасности производства и качеству продукции. Сегодня ассортиментная линейка завода насчитывает более 200 позиций и включает в себя натуральные полуфабрикаты из баранины и ягнятины, фарши, маринады и консервы. Продукция сертифицирована по стандартам халяль и кошер. Востребована не только в России, но и за пределами страны. Есть собственный магазин. Для наших жителей это положительный момент. Свежее мясо, которое есть на любой выбор, можно сказать. Цены достаточно приемлемые, все чисто, аккуратно. Инвестор ориентирован на поддержку личных фермерских овцеводческих хозяйств в Карачаево-Черкесии. С этой целью компания завезла партию в Карачаево-Черкесию из 137 племенных овец лучших зарубежных пород для дальнейшей работы по улучшению поголовья и созданию племенного ядра высокоэффективных животных. Животноводческая ферма расположилась в поселке Ударном, поэтому и рынок сбыта гарантирован. Кроме этого, Домате ориентирована на поддержку личных фермерских овцеводческих хозяйств. В этих целях организовали экскурсию для фермеров. Сельхозтруженики увидели работу современных линий по обвалке мяса, убою, разделке и упаковке, ознакомились с работой холодильного оборудования. Все хорошо по современной технологии. Надеемся, что наша продукция, как сказать, ну наш скот, мы привезем и сюда будем сдавать. Еще в этом году был открыт цех по производству консервов. В качестве сырья для его производства используют баранину и индейку. Ассортимент консервов включает готовые блюда – баранину тушеную и классическую, индейку тушеную и по-домашнему. Производство состоит из отделений фасовки, стерилизации, упаковки, складок готовой продукции, вспомогательных и бытовых помещений, таких как хранение овощей и специй, помещения для их приготовления и ряд инфраструктурных объектов. Смотреть за машиной, чтобы работало все как часики. Так все хорошо. Зарплата устраивает? Да, зарплата устраивает. Еще специалисты Домате консультируют и предоставляют услуги фермерам в области кормления, ветеринарии, генетики и селекции в соответствии с современными технологиями и стандартами сельскохозяйственной отрасли. Альбина Ламкова, Вести Карачаево-Черкесия. Продолжается благоустройство территории дворов региональной столицы. По федеральной программе до конца текущего года должны преобразиться 15 мест вблизи многоквартирных домов. О том, как меняется облик Черкесска, в сюжете корреспондента Артура Мхца. Этот двор находится в центре региональной столицы, но до последнего времени оказывался вне списка на благоустройство. Лишь после продления действия федеральной программы появилась возможность для его кардинального обновления, как еще для нескольких десятков дворов Черкесска. Так, благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» только до конца текущего года должны преобразиться 15 придомовых территорий. Как обычно, туда входит благоустройство проездов, тротуарных дорожек, устройство и обновление детских игровых площадок, установка лавочек, светильников. Минимальные дополнительные вещи возможны. Обычно это являются площадки для сушки белья, тому подобное. В принципе, это все у нас изначально уже входит в проекты. И обычно у жителей замечания только по компоновке, то есть по расположению тех или иных элементов на территории двора. Так, территория вокруг дома по улице Калантаевского была благоустроена со всех сторон. Двор стал куда более доступным для убирающего мусор, транспорта, спецавтохозяйства. Да и самим горожанам есть где припарковаться. Вдоль проезжей части теперь огороженная симпатичная детская площадка и удобная вместительная парковка. Правда, было бы неплохо, если бы сами горожане уважали соседей и не создавали помехи пешеходам. Но это уже дело воспитания. Чтобы создавать то, что востребовано у жителей, было необходимо получить их одобрение по дизайн-проекту. Собственно, на то и рассчитана программа, что людям предлагается эскиз, куда они могут вносить коррективы. Каждый год мы подготавливаем в рамках программы данные эскизы по дворам, которые вошли в данную программу. Они отдаются на согласование жильцам. Жильцам дается время на внесение своих предложений, утверждение планов. После этого проекты, дизайн-проекты корректируются, на основании чего уже в дальнейшем работает подрядчик.
А этот двор объединяет несколько многоэтажных домов Черкесска по улицам Пушкинской, Ворошилова и Первомайской. Удобную зону отдыха дополняет будущая зеленая территория и спортивная площадка. На последней в скором времени, возможно, появятся и баскетбольные кольца. В каких-то дворах работы практически завершены, на других объектах подрядчики трудятся не покладая сил, чтобы до конца текущего года порадовать горожан созданным для них комфортом. В следующем планы не менее масштабные, а значит, облик региональной столицы будет и дальше радовать своим преображением. Артур Мыхце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. В Покровской церкви Черкесска отметили престольный праздник из 180-летия самого храма. Жители и гости Черкесска по традиции пришли целыми династиями, чтобы принять участие в богослужении. За мероприятием наблюдал корреспондент Артур Мыхце. Покров Пресвятой Богородицы – один из наиболее почитаемых в православии праздников, а для Покровской церкви Черкесска и прихожан вдвойне значимый. В нынешнем году престольный праздник они отмечали вместе с юбилеем самого храма, который был построен 180 лет назад. Считается, что молитва икони Покрова Пресвятой Богородицы помогает верующим осознать, что они не одиноки, а находятся под абсолютной защитой от бед, болезней и многого другого. По традиции прихожане посетили богослужение целыми династиями. Прошло много лет, а был период, когда были гонения на казачество. Боялись даже произносить слово «казак». Вот. Но мы сохранили. Мы сохранили традиции казачества. Вот. Я вижу, передаются из поколения в поколение. Да, из поколения. Справа это сын у меня, Анатолий. Слева внук. Это брат, это племянник двоюродный. Ну, короче, вся семья здесь в сборе казаков. Прихожане приняли участие в праздничном богослужении и крестном ходе вокруг церкви, после чего протоиерей Александр Нардов рассказал о непростой судьбе самого храма. Долгое время собирали на него средства, долго его хотели, желали. Собирали, строили и до сих пор хранят. Когда-то он был на грани разорения, когда взорвали Никольский собор города Черкесска, собирались уничтожить и Покровскую церковь. Однако во многом благодаря самим прихожанам церковь удалось сохранить, перенеся ее на нынешнее место. По словам настоятеля, для многих это не просто религиозное сооружение, скорее свой второй дом, где люди могут чувствовать себя защищенными от многих бед. В этот день были поздравления от властей Карачаево-Черкесии и региональной столицы, а также от представителей казачества. К слову, Кубанское казачье войско отметило очередную 327-ю годовщину своего образования. В память о жертвах репрессий потомки погибших казаков возложили цветы к мемориальному сооружению на территории Покровской церкви. Артур Мыхце, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. В Черкесске наградили победителя регионального этапа федеральной премии «Мы вместе». Торжественная церемония прошла в Центре молодежного инновационного творчества. Вручавшие лауреатам грамоты и ценные подарки министр по делам молодежи в регионе Ибрагим Татаркулов отметил значимость каждой представленной заявки. Несколько десятков претендентов и сразу 5 победителей проекта «Страна возможностей», который позволил продемонстрировать самые разные добровольческие инициативы. Среди них, как некоммерческие организации, уже имеющие в послужном списке награды и поощрения, в том числе от главы государства, так и индивидуальные предприниматели. Следует обратить внимание на то, что было подано на региональный этап 36 заявок. Из этих 36 заявок, значит, экспертным жюри, как региональным, так и федеральным, было отобрано 5 победителей. Следует отметить, что основные критерии, на которые обращалось внимание, это эффект от реализации данной социально значимой инициативы, то есть какие задачи были поставлены, какая цель была изначально поставлена в рамках реализации данной социально значимой инициативы, какие целевые группы имели место быть и, конечно, те результаты, которые были получены по итогу. То есть здесь речь идет о обычном план-факт и, конечно, социальная значимость. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите интервью председателя профсоюзов работников здравоохранения Карачаево-Черкесии Ахмата Тибуева. С ним встретилась Белла Джазаева.